Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Oceanhorn, монстр из неизведанных морей. В прошлой серии мы попали на новую локацию, это Великий Лес, в котором мы встретили, наверное, первого боссика, можно и так выразиться, потому что, ну, или мини-боссика, что ли, потому что, на самом деле, очень странно он себя вел, мы его быстро зафигачили, конечно же, благодаря бомбам, но, тем не менее, это было все равно довольно быстро. Так, монетка это хорошо. Ага, я вижу кнопочку. Кнопочка нам позволит, смотри, тут даже шипы какие-то, аккуратнее надо будет. Кнопочка, наверное, позволит нам как-то пройти, да, убрать отсюда воду и пройти, скорее всего, так это будет. Ну, сейчас посмотрим. Не будем загадывать наперед, посмотрим на самом деле, как оно есть. Итак, ага, вот что это убрало. Понятно, значит, там скелетрончик теперь появился в виде врага у нас. Ну что ж, накажем скелетрона за то, что он есть. Так, как-то он даже не сопротивлялся, ребят. Как-то это даже грустняло. Тут еще двое, да? Ага, это если я сброшу, то это одно из двух. Либо рычаг, да? Сейчас посмотрим. Чтоб не отпустить их, может быть, сейчас тут какая-то ловушка. Ага, прямо за моей спиной. Только я вот это сначала скину. Блин, может это реально ловушка, но... И, скорее всего, либо 100%, ну, 90%, что это откроет именно сетку. Ну эту клетку, да? Ну, блин, а 10%, что все-таки это откроет воду. Да, это открыло клетку. Нормально. Это норма, ребята. Это норма. Ну, давайте. Давайте, ко мне по одному. Воу. Да, они сами друг друга еще бьют. Эй, ты дурной или где? Ауч. Одно сердце. Вот это я, да. Сорян. Да умри ты, господи. Сорян, ребят. Что-то да. Что-то игра иногда у меня как-то некорректно начинает работать. Ну, в любом случае, мы все еще здесь. И лопухнулся я, как ни крути. Этот скелет у нас все еще жив, а тот, точнее, этот жив еще все еще. Да, он все еще жив. Все. Теперь уж точно он не жив. Да. И да, процент воды ушел сразу. Но нам нужно будет подняться снова на эту площадку. Я уже вижу почему. Потому что нам нужно будет вот этот вот ящик скинуть. И причем скинуть... О, а ты-то откуда взялся? И почему ты вообще резнулся? Очень странно, как-то ты резнулся. И зачем ты резнулся? И вообще, кто тебя просил резаться? The fuck? С говином. Во-первых, давайте пройдемся сюда. Тут может быть какая-нибудь халява. О, теперь магия, да? Ну, ничего не было. Где там летающий этот хрен? Монетка, не исчезай! Монетка, я иду за тобой! Есть. На! Ха! Не получится. Ладненько. Как бы нам так аккуратненько его скинуть? Наверное, только так. А, и за ним можно, нормально. Вот, тут проходик теперь у нас есть, если что. Сундук! Сундук! Дайте мне зеленый ключ. Ну, это не зеленый ключ, а большой просто ключ, да, который нам очень нужен был. Как раз таки. Для сундука халявного. Ей, мы наконец-то получим... Так, это что? Это типа проход быстрее, чтобы не это... А, да, действительно, ха. Итак, зеленый сундук. Я получил вознаграждение! Да, это лук. Я думал, это амулет. Ну ладно, лукс тоже спасибо, чё. Так, теперь у нас, кстати, появилась возможность стрелять с лука. Ну, слава богу. Только вот как? Чун-чун-чун.
Окей. Теперь я знаю. А можно как-то переключать лук и гранаты? Ага, все ясно. Ясно как. Ну что ж, ребята, мы справились, это было реально здорово. Лук не кончай, ну, то есть не бесконечный, у него есть лимит, это, конечно, печалька, но я рад, что у нас получилось это все-таки. Мы добыли лук, который нам поможет добыть остальные части. Так, тут, кстати, где-то сундук показано, что не открытый. Только я не вижу, где он. Вы видите кто-нибудь сундук здесь? Я, честно говоря, не особо наблюдаю. Что-то я в упор его не вижу, ну ладно. У нас золотой ключ появился теперь. Неужели нам назад нужно возвращаться? Я вот, честно говоря, не помню уже с прошлой серии. А что у нас тут такого? Да, подожди, показано, что нам сюда надо, нет? Зеленая стрелочка. А ну давай, давай все-таки пойдем. Может, зеленая стрелочка исчезнет? Зеленая стрелочка, это просто показано, что переход есть, да? Некий переход. Ну, мы вроде все добыли, что могли здесь, да? Вроде бы как бы все. Теперь у нас есть лук, который нам поможет перемещаться в другие локации, в которых мы не могли раньше перемещаться. Помните, там на самом деле много таких локаций, мы просто их, ну, специально оббегали, потому что я все-таки знал, что рано еще, слишком рано я пришел в ту или иную локацию. Снова эта статуя, смотри. Снова эта статуя. Готов. Халява. Я вот сегодня, у меня все равно чувство такое, что я зря ухожу отсюда. Обычно всегда проход прям под... Да, да, скорее всего тут прям ход как будет в Скайриме, допустим, прям вот под ноги. Прям вот к кораблю нас подсунут обратно. То есть, мне кажется, все-таки я зря это делаю, что ухожу отсюда. Тем более у нас остался еще до сих пор ключ золотой. Что-то здесь не так, ребят. Что-то здесь явно замучено, замешано. Зря, наверное, ухожу. Но в любом случае я опыта получаю, когда убиваю кого-то. Так что просто так хождение-брождение мне неплохо. То, что я качаюсь. В любом случае я... О, три стрелы. Ауч. Эти хрени все-таки меня ранят. Я так надеялся, что нет. А, вот, смотри. Ну, вот я про что и говорил, собственно говоря. Наверняка должен быть, типа, проходик такой. И мы наверняка к кораблю прямо выбежим, нет? А, все-таки задел. Надо было прямо вплотную подходить. О, три стрелы. Воу, горящая стрела. Я тоже себе хочу горящую стрелу. О, халява, нифига. Нежданная халява вообще-то. Так. Давай, поднимайся. Оу, прям храм. В центральном зале... Нейта под ним. Нейта это, скорее всего, существо, которое охраняет, да? Сол над, над землею. Сол. Может, солнце имеется в виду, я не знаю. Над землею, а Нейта под ним. Под землей в плане, да? Эмблема земли в центре зала. В центральном зале. Но центральный зал где он вообще? Мне кто-то хочет подсказать, нет? Хоть кто-нибудь. Хоть что-нибудь. Хоть как-нибудь. Хоть когда-нибудь. То есть, а как мне отсюда вообще уйти? Вот так вот тебе. Меньше будешь тут летать. Еще и горящей стрелой его пронзил, что ли? Чисто повезло так, что ли? Так, хорошо, а как мне спрыгнуть отсюда, а?
И вообще, зачем мне сюда надо было? Может жахнуть бомбой здесь? Слушай, вот как вариантик. А ну. Оу. Это действительно оно. Ха! Это действительно оно. Джеронимо! Главный зал. Это элемент земли! А здесь это существо, наверное, сейчас, да? Ох, мать моя женщина, отец мой мужчина, что ты такое? Так, быстренько бомбочки. Бомбочки. Так, вот эти сначала штуки надо уничтожить. Так, хорошо. What the fuck? А, он засасывает, смотри. Так, тихо, дайте мне стрелы теперь. Time to стрелы. Ауч, 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 ауч. Так, хорошо. Так, мне бомбочка нужна. Мне скорее нужна эта... Так, у меня кончились стрелы, хорошо. Так, теперь дело за только мечом. Неужели три удара надо сделать? Так, падай, дай мне что-нибудь. Давай мне что-нибудь. Так, халява. Тихо. Умри, существо. Умри. Турмоз, турмоз. Так, готово. Давай, стрелы, давай, давай. Ей! Ха-ха! Завалили его все-таки. Демона этого. Травяной демон пал. А с ним и проклятие этого леса. И элемент земли теперь у нас. Эмблема. Нехем.
You freed the Great Forest Shrine. I can finally return here to sing a long song to my ancestors. The least I can do, as last of my kind, is to show respect to my roots. Maybe you would allow us to join you. Круто. Мы теперь можем посадить дерево. Мы сделали это. Новый уровень, ребята. Теперь искатель приключений. И стрел 15 штук мы можем. Ну что ж, это ой, как здорово, ребята. А ты нас не пропускаешь. Ладненько. Тогда давайте вообще поплывем куда-нибудь... Включи мне. Да, я как раз собирался к тебе, кстати, и плыть. Как раз таки я собирался сейчас домой к нам поплыть, обратно. Роковой риф. Ну, в роковой риф мы сейчас не поплывем. Кстати, а что у нас здесь за локация еще? Так, это парящая. Это наш остров. Нет, это остров бомб. Вот наш остров. Отшельника. Да? Отправляемся домой, ребята. Похвастаемся, что мы все-таки нашли эмблему земли. Это нелегкая задача была. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Смотри, там что-то непонятное. Ну, еще стрелы дали на халяву, просто так. Слушай, круто. Вон там баржа какая-то, лодочка, смотри, чья-то. Это тот, наверное, чувак из первой серии, когда нам там... О, привет! Классно. Ребята, мы дома! Столько приключений побывало в наших сердцах, в наших умах. И мы, наконец-то, вернулись домой. Тут все уже, конечно, все цели выполнены, но... Так приятно вернуться в место, которое греет душу, да? И поразбивать тут все к чертям. Дедуля, как ты тут? Дедуля? Он записку оставил, блин. Я зря домой зашел. О, сундук. Хи-хи-хи-хи. О, часть. Фрагмент сердца нашел. То есть нам еще осталось реально два фрагмента сердца найти, как в Итл Дью, действительно, в игрушке. Ага, у колодца, около твоей палатки, там был колодец? Или я что-то неправильно понял? Ага, действительно был колодец. Шикарно. Полезай в колодец, там тебе будет прикольно и классно, да? Но для этого мне надо археолога найти какого-то, да, что ли, или как? Так, стены колодца слишком высокие, чтобы ты мог просто так, так по ним. А, хорошо, что ты предлагаешь? Как мне тогда спуститься, нет? Три, ты найдешь те страхи, которые не дают тебе спать ночами. Так, принеси мне сверток моего друга. Теппа. Ага. Сверток находится где? Вот хотя бы, знаете, подсказочку небольшую. Он, наверное, в городе, в котором мы видели, да? А, ну это стандартные подсказки с кувшинами и так далее, да? Соответственно, тут я спать ничего не могу.
Ну и зачем я сюда пришел? Я пришел сюда, чтобы ты мне сказал, ищи сверток твоего друга. Но это как-то лицемерно звучит, нет? Я, значит, ищи, а ты тут стой. Нет бы ты мне помог, нет? Хотя бы чуть-чуть, не хочешь помочь? Так, а на нашем острове разве не было никаких таких целей? Которые бы можно пострелять было. Может, остальную часть серии именно займемся поисками вот таких вот целей? Вот здесь, скорее всего, перепрыгивать надо будет. Да, бей ты уже. Сейчас другую часть острова начального пробежимся. Я вот, честно говоря, не помню, были ли здесь такие цели, не было ли их. Даже не будем сражаться, просто тупо напрямую бежим, ребят. Да, походу, здесь ничего такого не было, ребят. Это так. Показалось, как говорится. Чисто показалось. Все за нами бегают. Ветерок такой, прям задувает. Искатель приключений. Так, тут нифига нету, ребят. Обида. Действительно обида. Я ожидал действительно какой-нибудь халявы. Но нет. По всей видимости, придется пилить в город для получения той самой халявы, как говорится. Для этого нужно обратно отправляться. У нас тут какая-то желтая цель. Это что вообще значит? Типа сюда нам и надо? Открывай мир и поплывем в город, наверное, да? Или роковой риф. Тут дракон какой-то лежит, смотри. Хрень какая-то, да, лежит? Ну давай втекали сначала этот. Сплаваем. А вот там есть тот самый чувак, который нам поможет, так сказать, в достижении наших страхов, да? Эй, на корабле! Очнись на время, Аптекария. Привет! Эй, там, наверху! Блин, кто эти бомбы все время раскидывает? Столько бомб этих всяких. Опыта зато дают на халявку-то, да? Блин, я хочу туда. Уже посмотреть хочу, что там такое. Это не зря изначально показывают такую локацию. Соблазняй, да? Соблазняй специально. Тикаль. Наведи порядок. 2000 монет потратить. Нифига себе. То есть тут можно... Вот можно, я помню, что покупать можно всякую. Да, это старый дневник. Можно прочесть снова. Ой. Я могу поговорить с тобой? Это Мита. Мита, который с фейерверками, да? Мита с фейерверками. У вас праздник, кстати, какой-то, я смотрю, да? Так, ну это мы читали. Дневники нехорошо читать, я это помню. Я думаю, взорвать, не взорвать этот ящик, потому что он взрываемый. Так, нам нужен друг. Джон, ты не друг его. Фестиваль. Все о фестивале тут, смотрю, думают, да?
У людей в головах только один фестиваль. Продавец. Опа, халява. Воу. Древний радар. Все еще получает сигнал. 500 монет. А у меня 440 монет, да? Сердечко 1000 монет. Это лишнее сердечко сюда или просто полечиться? Второй шанс, 150 монет. Ну нет, пожалуй, нет. Кристофер. Тысячелетняя война, да? Не успел. Что, у тебя дома? Может, у кого-то дома какие-то, знаете, скелеты? Да, все тут абсолютно поголовно задумались только о скелетах. Ой, господи, о скелетах. А, фестивали. Им абсолютно без разницы, что творится вообще, какие плохие или хорошие деньки настали у них. Фигура на вершине. Какая такая фигура? Ключа же у меня нету, да, насколько я понимаю? Да, ключа у меня нету. Ключа я так и не нашел. Но, кстати, может быть, здесь где-то есть место, куда можно стрельнуть. Тогда у нас будет возможность и ключ добыть. Так, с тобой я говорил, ты дочь человека, который хочет фейерверки запускать, да? А, нет, подожди, это фермерша, дочь мужика с фейерверками. О, сундук. Я тебя разве не открывал? А как тебя открыть? Слушай, я хочу тебе открыть сундук. Сундук, иди ко мне. Как мне тебе открыть сундук? Там где-то проход, там где-то... Ага, там, походу, выход где-то есть. Угу. Ну, у вас и городишко-то шумный. Хрен чё пройдёшь тут везде. Слишком много вас. Так, что это? Завалено камнями, да? А, вот это, типа, завалено камнями, да? Ясно. А взорвать я его не смогу? Допустим, чисто теоретически. О, хе-хе. Получилось. Воу. Слушай, у меня такая еще идея. Вот эти штуки я, может, могу взрывать, не? Не, им по барабану, смотри. А, еще попробую луком. Да, им аналогично по барабану. Новые пещеры, новые приключения, эти медузы синие, блин. Самые бесполезные вообще существа в этой игре. Иди отсюда. Кнопочка. Красная. Хм. Фак. А, не успел. Ага, я понял. Вот так вот. И вообще так и остается. Тут головоломчу какая-то, смотрите. Не подходить. Ага, это туда не подходить. Хорошо, я сначала тогда попытаюсь решить головоломку вот эту. Тут какой-то сундук, которому есть проход, и только для этого, да, нужен? Ну, тогда это очень банальная какая-то загадка. Ага, нет, не банально, подожди. Хм. Так, тогда надо взорвать, походу, вот некоторые сундуки вот здесь. Этот, если подвинем. Денежка? Мешок золота.
То есть мешок золота стоит 150 монет. То есть я не могу мешком золота сразу рассчитаться. А, не, все понятно. Он сразу у меня как бы по инстанту. Так, тут только перепрыгнуть можно будет. Воу, воу, воу. Это я зря сделал, да? Зря потратил бомбу. Я хотел луком стрельнуть, но что-то я, да. Так, ну, выход на лагуну, да? Да, я был прав, это выход на лагуну. И еще одно, смотрите, послание. Какие-то сообщения нам интересные приходят, с помощью которых мы узнаем, как попасть в то или иное место. И смотри, какая засада. Нам сюда, по крайней мере, пока никак не попасть. Это обида, ребята. Это безумная обида. What the fuck? Точно никак не попасть? Слушай. Ну так нельзя. Я же шел сюда зря, что ли. Только прыгать. Блин, сюда пройти можно, только прыгая, ребят. Я сюда слишком рано пришел еще. Тогда у нас есть еще одно местечко, в котором мы не были. В этой серии мы этим и займемся. Пройдем по еще одному местечку. Кстати, обратно закрылся этот проход, как вы видите. И назад просто нам никак не попасть. Только сюда. Ага. Ага. Смотри-ка. Хе-хе-хе. Мы попадем в домик, который не могли раньше попасть. Оу. И звук такой. И шестеренка. Тут странные дела творятся, ребята. Керосином не пахнет, что-то бутылки не странные. Что-то подозрительно, да? Ну, в любом случае, наверное, эти подозрения мы будем уже реализовывать в следующей серии. Огромнейшее всем спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, не забывайте подписываться на канал, писать свои комментарии, ставить свои лайки, подписываться в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем удачи, до скорого и не унывайте!